Ну что, друзья, говорят, не гонялся бы ты, поп, за дешевизну. Вот 120 баксов, пахнет очень хорошо, кожа, все дела, но вот как-то вот так вот совершенно неудобно. Неудобно. Ой. Идем дальше. Мы-то ведь тут не за куртками в Костко-то. Мы в Костко ходим для офиса приобретать. А вот у нас тыквы, пожалуйста, немного, но от души. $7 вот такая вот. Можно даже съесть, если кто-то ест тыквы, правда? Если люди едят тыквы, кашку кушают. Да. Но эти говорят, что съедобные. Не съедобные? Нет, они какие-то... декоративно. А вот это прям направление какое-то, знаешь, вот это пух там внутри. И они такие легкие-легкие. И теплые-теплые. И недорогие. 20 баксов. Вот то, что ты щупала, это 20 баксов. А вот эти такие пальтишки. Вот эти по 50. Очень легкие. Очень легкие. Сейчас прямо вот наваждение такое. Все в таких ходят. Новый год. Новый год. Он музычку играет. Угу. Может быть, надо кнопочку нажать какую-то, нет? Чтобы что? Не знаю, может, он по барабану ударит. Да, нет. Вообще, такой большой предмет, и всего ничего вот музычку маленькую исполняет. Как-то даже это, знаешь, обидно. Так. Ну да, создают, понимаешь, ажиотаж новогодний. Тоже с музычкой, видите он? Красиво. А вот дедок-то, смотри, расселся с подарками, там паровоз у него, хорошо. 80 баксов, имеешь деда с собачкой. И щелкунчики. Да, Олежки тут. Боже, это что ж такое? Какой-то чернобыльский олень, понимаешь? Стендель-мус, это мус. И чего? Ну? Мус-то по-русски, как? Тоже олень, что ли? Нет, это как оно? Да такого и слова-то нет. Есть. Слушай, это свечи. Свечи. Так. Это бумаж, это оберточные ленточки. Венки на дверь вешают. Видимо, венок должен пригласить кого-то так. К разговору. Приходи, мол, Новый год. Да. Вот, друзья, цинично. Цинично, понимаешь, это наживаются на празднике. $100 баранья шкура. Вот даже голубая. Вы можете представить голубого барашку? Ну. Медведя. Причем медведь-то пишут шип. Где? Вот наверху написано Шипскин. А, ну это большая. Барашек такой, да. Можно взять, пошить дубленку. Что-то не верится. Искусственная. Ну как искусственная? Что же? А что она такая белая? Ну, сори. Так, конечно, отбеливают химикатами. Да. Да. Ну, пошли. Мы, друзья, мы не за новогодним тут. А зачем мы? Вот нам это расскажет Анна Леонидовна, зачем мы тут. So feel good in here, guys. Да. 45% off while we're here. Thanks. Yes. Подушечки предлагают. Ну что теперь? Так. А это для деточек. Frozen. Из мультика. Из мультика Frozen. Так. Это вот такой дом. Дом снежной королевы, как бы. Так можно сказать? Ну, она, да, только это не та снежная королева. Не та, но новая. Типа, ну, с понтом. С понтом. Слушай, а за копейки отдают, ты понимаешь?
Где? 78 долларов? Сори. 80. А нет, это Fire Station. Lego City Fire Station. Слушай, а я не знаю, где ценник-то. А вон, 150. А, 160, да, этот 160. Сори, это подороже. Ладно, но красиво так все. Там можно пупсов напихать, знаешь, и играть. Сюда можно в полный рост пупов. Ну, тебе виднее, у тебя девочки. Твои бы стали в такую играть? Конечно. Ну, а что же? У нас по тематике Frozen уже куплено все, что можно. Начиная от маечек, заканчивая маечек ручечками. Маечек на самих карандаш. Девочек? Конечно. Не на пупсов, а на девочек? На девочек. Угу. И самих кукол, и все, что можно. То есть это большая индустрия вот такая? Да. Так, подожди. Мимо не могу пройти. 200 баксов, друзья, бутылка. Но она, правда, здоровенная. Здесь? Там он за 400, за 500. Где? За 400, 800. За 500, да, да. А, 2900. Вот. Бывает подороже. 2900. Вот, друзья, коньячки. Вот этот коньячок. What you do is you drink one of those, yeah. And then everything, from then on, you just drink a lower grade. Because who knows the difference after your taste buds are dead. Да, вот эта бутылочка за 6400 долларов. Они толком где-то там обнаружили запасы, не знают, пишут от 40 до 100 лет, никто толком не знает, какой возраст. Бутылка сама по себе 400 баксов стоит, она с хрусталем, там со всеми делами, очень такая вся разукрашенная. Вот такой коньячок, друзья. Если у кого есть лишние 6400 баксов, 400 вам потом отдадут на eBay за бутылку. Вот это коробки, видите, в коробке 4 бутылочки. И всего ничего стоит 30-ку. Видите, так не страшно. Зато они красивые все. Не знаю, как на вкус. 4 за 30-ку это недорого. Тут одна коробка-то, господи, могла бы больше стоить. Мы возвращаемся, друзья, к Анне Леонидовне с вопросом, так что мы тут делаем-то, зачем пришли? Мы пришли за всякими вещами для школы. Так. Прям перечислять? Ну, примерно, да. Тарелки, ложки, туалетная бумага или как она там? Да. Роллс. Да, рулончики. Kitchen towels. А, полотенчики бумажные. Полотенца, да. Так. Кофе. Я на салфоне, у меня полный оркестр. Сливки, не помню, чего там еще. Кофе, сливки, хорошо. Сахар. Сахар. Видите, вот люди стоят, предлагают, никто не берет. Вот мы, друзья, дожили. Предлагают, говорит, выпей бесплатно, выпей. Никто не берет. Ананасы. Да. Йогурт, говорит, возьмите бесплатно, говорит, никто не берет. Да. Я помню, мы когда только приехали, и первый раз попали в такой магазин. Ну, дочь-то, она небольшая была, там лет 11-12. Я говорю, как тебе магазин, как тебе это все? Что-то дегустировать дают. Она говорит, порции-то маленькие. Да, так что, ну, это правда, друзья. Изощренно, очень изощренно угощают. Так, это вот нам нужны такие тарелки. Возьмем. Вот смотрите, за 16 долларов, сколько тут, 500? 225. Это 225? Да. Да такое ощущение, что тут миллион этих тарелок. Ну. А нам не мало будет? Нет. 225. Мы еще маленьких возьмем. Да. Поменьше раз в диаметре? Да. Так. Поменьше в диаметре. Видите как, друзья, как дурит нашего брата. Смотрите, она по площади-то, наверное, раза в два меньше. А по цене почти 13 долларов. Столько же? Почти столько же. Вот. Получается, хочется брать тогда большими? Ну, подумай сама. Экономически. 300, а тех 225. Ага, их побольше, значит. Ну ладно. Вот. Так. Все, наверное. Видите, они все полотенца такие бумажные, но мы не все берем. А какой-то отдельный тип. А мы вот эти разберем? Итак. Может быть, баунти, не? Нет, любые берите, мне без разницы. Просто мне кажется, что мы обычно баунти берем. Вон те, не? Мы, Михаил Петрович, да. Все берем. Все, берем. Мы не такие, чтобы перебирать. Пошли.
That's the best one? Where's just the one we take? I don't know if it's the best one. Well, they're not two times, right? Yeah. Ну что, подожди, давайте мне вот это попробуем. Так, это такие, друзья, восковые стаканчики, чтобы холодную водичку так, горячую в них нельзя. Воск потечет, и будете пить воск расплавленный. Так, пошли. Пахнет химикатами здесь. Мне тут не нравится. Мне так хорошо пахнет, лучше, чем бывает. Это правда, бывают запахи покрепче. Так, так, а что мы теперь ищем? Мы теперь ищем, сахар, кофе. Ложки мы прошли или нет? Ложки обычно с той стороны где-то. Но сейчас будем искать ложки. Тут напитки всякие. И народу никого нет. Мы так где-то в районе 3 часов попали в Костко. В будний день. Мы любим эти места. Это вот капучино такой растворимый. Возьмем капучинку. Студенты любят, растворяют только так. Ну, мы можем, конечно. Давай, возьмем одну. На разживу. Да. Вот. Это у нас такой порошочек. Типа сухое молоко. Но это не молочный продукт. А просто ядохимикат такой. Ну, безвредный. Как бы, да. Смотрите, чай появился. Безвредный чай. О, ес, такой он зеленый. А, да? Ну да. Листочек-то зеленый, видно. Где это написано? Ну, видно по нему. Листочек зеленый. Ну. А где написано, что он зеленый? Мы так обычно по почте выписываем, нам чай присылают, но... 312 T-Bags. Ну, ты видишь, он зеленый. Вот это, вот листочек зеленый, вот тут зеленый. Ну как же. Ну, который коричневый чай, он же тоже из зеленых листочков. В общем, друзья, рискнули. Думаем. Это черный. Думаем, может, черный, действительно. Ну, пойдем. Так, подожди, вот кофе. Посмотри, кофе в банках. Да. Так. Такую я хочу. Обратите внимание, друзья, что некоторые банки, они коричневые. А некоторые банки зеленые. Зеленый – это decaffeinated. Вот, decaffeinated. А главное – не перепутать буквы. Coffeinated, да. Не перепутать буквы. А то некоторые, знаете, они вот возьмут и вместо decaffeinated такое скажут. Вот. Даже не хочется повторять. Но я могу. Давайте. Говорят, кофе, говорит, пил decaffeinated. Вот. Так что это не наш случай. А вот, друзья, кофе растворимый. Мы-то почему радуемся? Потому что иной раз придешь, а чего-нибудь да нету. Вот. А так вот, видите, сколько мы растворимого берем? Потому что у нас этот кофе исключительно растворяется в желудках наших студентов и преподавателей тоже. Да. Некоторые любят заваривать. А нам хватит одной коробочки-то? Может, две взять? Я думаю, хватит. Да. Я думаю, да. Ну, пошли. Костко, друзья, продаются книги. И продают их, надо сказать, дешевле, чем в других местах. Как бы существенно. Вот раз Гарри Поттер, вот еще Гарри Поттер. А вот тут целый набор, смотри-ка. 7 книг. 7 книг Гарри Поттера. Ой, ё-моё. Почем вещь? За $60. Понятно. Хорошо иллюстрирован, конечно, Гарри Поттер вот этим Джимом Кейм. Да. Ой, ты его не можешь. Такую книжку читать одно удовольствие. Я бы с удовольствием. Я, кстати, читала сколько-то. Это, наверное, частей 5, но потом... Саша у меня большой любитель. Уже, наверное, 7 или 8 раз перечитываю. Этого мы знаем, дружбана. Конечно. Да. Ну ладно уже, пошли. А вот, друзья, пожалуйста, лаймы. Видите? Лаймы, лимоны. Вот все эти деревца, прям берешь так его и высаживаешь у себя дома. Кто умеет? А кто не умеет? Что? Вот. А кто не умеет, значит, садовник придет, прикупит и посадит. Мандаринчики, пожалуйста.
Да. Тут зачастую прям с ягодами бывает, с плодами, так можно сказать. Да. Ну, что-то я пока не вижу. С плодами, а так часто бывает посадят, а уже плоды на нем. Надо сказать, друзья, что у нас сотрудники жуткие сластены. И мало того, что они все время подъедают торты и пирожные, которые приносят студенты, ну, фрукт, ягоды, а они еще любят мед. Не по этим причинам. Нет, просто чайку с чаем там, допустим. У меня, например, горло часто болит. Понял. Так вот, они, вот этот мед очень вкусный. Мы его знаем, мы его берем. Да? Видите, он даже не фильтрованный. Стоит он 14 баксов. Такая вот бутыляка. Он ароматный, он просто до невероятности. Вот его так только понюхать, и уже настроение хорошее. Вот, а здесь, видите как, сразу за 3. 13,69 за 3. Вот так берешь 3. О, вот они такие. Мы можем и это. 3 медведя. Не, ну что, мы же не экономим. А тут написано органик. А тут, наверное, тоже органик. Ро. Видишь, он. Ро, это значит не вареный. Да. Кажется. Так, давай пропустим женщину. Поверни ко мне бутылочку, там написано очень трогательно внизу, тут сделан американскими пчелами. Не какими-нибудь там. Цинично, цинично. Вы видите, друзья, эти гигантские мешки сахара тростникового, вот, ну или в пакетах, вот как там. Но мы этого не берем, хотя такой пакет стоит вот всего 4,69, но мы его не берем, а берем более дорогой. Вот он, видно, органический, тростниковый, за 8 долларов. А что, одного нам, два. Парочку надо, да, да. Парочку. Мы их по почте тогда тоже заказываем. Тяжелый, да. Так вот такой просто. Мешок за 8 долларов органического тростникового сахара. А чем он лучше, тоже вопрос. Ну, тем, что органический и тростниковый. И тем, что мы его обычно берем. Парагвай. Да ты что, угу. Парагвай? Да. Вот, друзья, редко когда представится случай помочь парагвайской экономике. А вот мы, пожалуйста. Такой мешок стоит 10. То есть, наверное, правильно было бы за 10 взять вот такое вот. То есть, было бы дешевле. Может быть, мы за год сэкономили бы 10. Но как-то вот мы так не поступаем. Вот, друзья, наш караван приближается к оазису, где его разгрузят, возьмут с нас денежку, и все это перекочует на склады Портнов Computer School. И прямо или косвенно скажется на качестве и количестве знаний, полученных нашими студентами. Вот, друзья, вот эта тележка на 300 баксов. Из них, правда, 100 – это кофе, 12 банок кофе, которые там растворимого. 9, я извиняюсь, 9. А так вот 300 баксов. Все, друзья, покидаем паркинг-лот магазина «Костка» в надежде, что еще несколько лет и все эти товары принесут у нас над головами какие-нибудь дроны или, как минимум, какие-нибудь пилотно управляемые электроникой водители, да, машины будут привозить, вот, а мы уже тогда будем это время чай пить. Чай, вот чай, да, хороший чай, хорошо.